Это... А чё это такое? Ну чё? Нахуй ты это сделал? Кто привел мобов? Некроман. Дай ГП челику. Я, блядь, пати хотел пораскидывать, уже пулите, блядь. Есть танки тут? Хилы точно есть. Да я там кану что-то. Я где есть, но я чувак, я беру, брат, меня не лежу. Ты там прожуй, блядь, сначала. Спасибо. Найс, объясни вообще. У кого-то у меня друзей, блядь, нет врагов. Что-то я такое слышал. Че, раз не будет, можно спать? Схуяли. Нельзя. Я все равно через полчаса сидусь. Полчаса убиваем, да. Че, блядь? Изи. Не убиваем, блядь. Ты уйдешь, когда упадет Хрион. Да. Пока не упадет, не уйдешь. Я так на пизнюсь, да? В смысле, нахуй? Ну, типа, РТ закончится, тогда пойдем, потому что тогда упадешь. Работу приеду, мастеру скажу, ну, блядь, Хариона убили. Фиолетового душили. Сейчас, это, дал ассистов, берите там людей в рейд, может быть, найдется. Не, ну, без БРов, нахуй, тоже хуйня, все поуходили, блядь. Два БРа всего. Че, мне уже на замену кинул? Только 300 не пойдет с нами. Видишь, через час сваливают. Ну я не знаю, нахуй тогда играть, ну и хуй знает. Кто там? Так, надо в тьме посмотреть. Рарник, Лаша, свет танчит. Так, два пала, Invisible, Кирсори. Добавим еще. Кого добавить-то, блядь? Там есть вырез для спингера, блядь. О, Миддарк, нахуй. Пойдем, когда я ж почистим, что это. Конечно, танки есть. Это чистите. Так, она ДЦшником будет свету. Мы в 6 хилов будем. Она будет ДЦшником с Авиланией. И... Кто она? Это, Аделька. А. А вместо кого? И вместо кого? Ну вот, Катрисия уйдет. Мидарк еще нужен. Блин, ты туда-сюда меня пихаешь. Как хилить-то лучше? Нурдру в тьме по-любому лучше. На, Эрдру, Варахели, Мордаунт, вот так. А с вами будет Бидон, Авилания и ДЦшник Йошний. Нормально должно быть. Ну и Мидарка, если еще некромантик уйдет, Мидарка возьмем. Все, давайте настраиваемся. В тьме 3 хила в свету 4? 3. Всего 4. 3 по 3. А, 3, понял. Че, тогда покидаю данную тусовку. Ну давай, расти на работу, хули. Хули я тебя что заставляю? Жизнь такая. Бросай эту работу ебаную, блядь. Согласен. Становись сутенером, блядь. Ух ты, опять себе задонил. Шумно. Кстати, автобус, который нас увозит обратно. Сутенером, да, типа, нихуя не там надо. Там такой, да? Сутенерский, ну, автобус, я отвечаю. Это надо видеть, блядь. Забирай автобус себе, говорит, теперь мое. Чистый хюндайчик. Солярис. Тренированный. Так, а на трэше кто будет? Ну, кто-нибудь, сейчас придумаем. Рарник есть. А, не, нихуя. Наебал, да? Ну, Лингрен, наверное, надо будет заходить. Вот, ребята, удачи. Давай. Давай, давай. Чтоб пища стояла, рейд закрывался. Не, Борибай, нахуй, там ретрик нужен в тьме, блядь. Тоже хуйня будет. Ладно, сейчас тогда зайду.
Блять, а что у тебя с агрой или у меня что-то? Че у тебя так? Кто может, блядь? Кому там похуел уже опять? Настучать надо. Главное, Invisible дамажит дохуища с этой, с пучиной. Че это вообще за такой ДКшник? Да, там вообще пофиг, что брать ДКшнику. Хоста есть, все. Пиздец, у меня все камни на хосту, блядь. Ну, тогда. Почти. А сколько хосты у тебя? Чтобы я понимал, что такое АДКам, блядь. 260 у него, скорее всего. Нихуя. Ну, да. Это типа по расчетам по каким-то, да? Это кап у него такой или что? Ну, 50%. Да, да. Да, это ровно 50%. Алло. А почему 50 вы решили это? Алло. Это Т4. А больше не поднимает, наверное, да? Т4 больше не поднимает, чем... Нет, там типа написано мышкой, когда нужно. Да, 4, там 49-99, брат. А, нихуя себе. Ну это к мили хоста, да? А РДДшная, она же другая, по-моему. РДД ему не надо. РДДшная, по-моему, там 33, да, процента? Какой его знает, ну, по-моему, да. Ну там тоже... РДДшная, у меня сейчас 1223, это 37,3. Угу. Ну странно, что-то тоже. Да напутаны цифры, блядь. Лингрен. Так, ты заходишь, Адель? Где она? Прием. Она как узнала, что Гера... Она как узнала, что это... Подумала, ну, во тьме придется. Ну, нахуй. Так или иначе, всем во тьме придется поебаться чуть-чуть. Всем придется открыть рот и закрыть глаза. Покажи мне того, кто не любит. Во тьме? Синдром не люблю, блядь. Что это за бабуин? Ну, мне не нравится 300 гп лутать за... Да хули, так ты бич. Ты не во тьме, нахуй, я тебя специально туда убрал, блядь. Будете, блядь, свету, блядь. Метеор тоже 50 гп будет. И трэш там не сорвите на себя. И вообще осторожно, блядь. Метки не проебите, вынести нормально. И будет заебись. Дайте шкаф, сумнем, пока у нас шкаф вообще есть. А, вот он. Одну минуту отойду пока. Заебись. Что заебись, блядь? Ничего не делается, еще людей не присумывали. Что заебись? Заебись. Что заебись? Что заебись? Так. Сказал Батрак. Денег нету, а выпить охота. Так. Где все? Короче, МВП ханта нету. Иду босса запускать, короче. Пошел. Снежный. А, Илаша запустил, ладно. Можно каску хотя бы паладинскую? Ну, я бы даже сказал, нужно. Было бы неплохо, спасибо. Владимир, работаем, блядь. Так, ну, кто там? Лингрен, да? Ну, я второго заберу. Ладно, давай второго, я последнего. Я пока попрыгаю на снежинке, нахуй. Может, даже вот так крутанусь. Оп. А чё за хуйня зависла? А, во, нормально. Я тебе буду крутиться. Докрутился? Сильнее рыдание. Рыгание. Видели, как я могу, блять, вот так, оп, оп. Ты кто, блядь, на тебя смог? Ну тут челики стоят. Чисто пацаны с района, да? Да. Челики, блядь. Сейчас там... Пару челиков бы в рейс. Сейчас заберу эту копию, короче. Так, подъебало, не встаньте, убеги отсюда, убегайте. Все, так и постоим, короче. Ебать, он захилился. Ну, на рейнже не были, он с вас высосал всю хуйню. Опа, ебать. Хуя какой дамаг.
Так, нормально у вас тут. Не зыбкунал, короче. Нахуя только хуй знает. Ебать, он вырос у меня, чё за хуйня там? Ёбаный кокос. Что у тебя там выросло? Ты про что там подумал, блядь? Эй-эй, блядь. Ебать, он здоровый. Натуре. Ещё один. Вы чё там вдвоём? Ебать, он здоровый. Не, мы, конечно, не осуждаем, честно. А что, вы что-то против, блядь, имеете? Я не помню. Смотрите, блядь, уже нет. Смотрите, вокруг хвоста сейчас буду крутиться. Опа. Опа, опа, блядь, нихуя. Все видели? Дайте поразвлекаться немножко, блядь, чё. Сейчас, блядь, сложный босс, блядь, таунтить надо будет. Тьму тончить. Не будет, найдешь себе замену в виде какой-нибудь там танка, не знаю, чё будешь делать. Чё, блядь, ДДшить нахуй, хилить, блядь, чё-нибудь. Думаешь, зря я спики собирал. Что-нибудь поделаем. Инди, пойдешь, тебе нужно. В реал заглянуть, типа там час сделать. На, натуре. Инди, идешь в игру, а тут это, и ДДшить не надо, и хилить не надо, и пинковать не надо. Че будешь делать? Стол там протереть, блядь, например. Ну тогда лут буду раздавать просто. А мне скажут, ты не вреди, не раздаешь лут. Лут, блядь. Он этот водоносец будет. Для начала его выбить надо, блядь, заслужить. Метка на нас, ибо я понял нахуй. Просто фул в поглощение ушло, видали? Как я могу, блядь? Жёсткий. Можешь вайпнуть рейд, чтобы никто не понял об этом? Можешь. Чтоб никто не понял об этом. Интересно. Да, русский язык — это моя стезя. Я слышу. Слеза, блядь. Слеза твоя, блядь. Сразу. А, понос. Очень приятно. Понос вроде не очень приятно. Литераторы вылезли, блядь. Пушкин, Тургенев. Там, Коли, да. Меня называли Есениным. Потому что я имел сейчас стихия, потому что если начинал, меня уже нельзя было остановить. Может, потому что пьяный приходил? Не, ну чё, ли, сейчас первого закрыли. Тут можно попробовать. Нет, нет, там и пьяный не приходил. Берегитесь. Да, он был батя просто. А так бы пришел, да? А так бы, да. Типа, знаешь, старую приколюху, когда студенты приходят на пары, у них вместо воды в бутылочке водочка. Сидишь так это, пьешь. Поэтому да. Ну, это ну не допустим, студенты. Знаем. Это уже это. Берегитесь. Заводчане так делают. Я понял, блядь. Синтекс пьем. Эх, синтек. Еще на картах себя. Это гопники получается? Нет, почему? А, не, нормально, пацаны. Ну, у нас в термосе таскали люди. Людей таскали? Нихуя. Алкашку, алкашку. Кровь людей спускали и в термосе таскали, да? Ты что, в Питере, что ли? Я понял, блядь. Нихуя себе. Нихуя себе. Сука. Кринж какой-то происходит. Походу жмыхнуло немного. Шо этот, шеф? Ты во тьме, да, будешь танчить? Ну да. Даже вообще мощный парень, ебать. А, ну ладно, ебать. А можно сопротик попросить? Либо, пожалуйста, можно? Можно, можно, только осторожно, блядь.
Побойтесь бога, блять. Бога нет, блять. Я понял. А есть помазаться у кого-нибудь, помазаться на СПД? Помазаться? Помазаться. Я могу помазать, если не надо. Я понял. Я сама. Там и грудь, и спину, если надо. Проснулись, задавается. Поможем, где надо, как бы говорится. Дайте, пожалуйста, кому не жал. ГП только раздаю, кому не жал. Спасибо. Ладно, смазан, да. Ставлю рыбу. Кринжевики, блять. Кринжевики. Ну давай обмен. У меня на П осталось. А где? А вот. А где он? Ты помнишь, да, что делать у этого П-ханта? Да. Ну, просто босса. Рарник с Бурибаем там распределите. И Джагу, ауры, блять, и первый и второй фридом. А кто на трэше? На трэше, на трэше. Две роги на трэше. Кто во тьме танчит? Типа танчить будем. Лингрен на трэше. Я во тьме. Давайте, блядь, раздупляемся. Вот смотрите, первая пати всегда танк во тьме 4 дд. Вторая пати, блядь, во тьму идут. Сапротик, пожалуйста, в дикон. Этот, во тьму идут. Проверка. Призан, блядь. Сейчас, подожди. Надо 7 человек, нахуй. Кого туда ставить-то, блядь? Эти два бича сдыхают, нахуй, по КД. На стресс... Ну давай я, ну подай попробую, ну дай попробую еще раз. Сука, сдохнешь, ну... Я просто не знаю, кого ставить. РДДшников ставить, они тонкие, нахуй, они там будут подыхать. Призан оставь. Призан ставлю, блядь, вот 5, еще 2 тела надо. Что там, четвертая пати, где? В свету вы, блядь, все. Вы все свету. Так. Так, а я по хилам забыл, что. В свету остаются Гэндальф и Эвелания. Бидон во тьму заходишь и выходишь к ним в свет на последнюю фазу. Ты им помогаешь. А остальные в Архель, Мордаун, Друид, полностью тьму хилите. Я даже не захожу. Короче, да, не надо, не заходи. Этот, значит, Закханыч, на стресс тоже в тьму пойдете, блять. Учитесь, нахуй, в ускоренном темпе, нахуй. Потому что, ну, это пиздец. Ну, это будет полная залупа РДДшников ставить. Там маги только, нахуй, подходят. Потому что если Лока убрать, смысла нету, блядь. Саву тоже это БР, блядь. Два БРа всего в рейде, блядь. Лучше, нахуй, играть и четко, нахуй. Потому что этот инст полчаса и закрытый, блядь. Не ебланьте, блядь. И Виланша свет начинает. Также на него большого на пульте мелких на Лингрена. По хилам сказал, по этим сказал. Все, еще какие вопросы. Может, есть? Это Дельки тоже не заходить, возьму остаться с... Я и сказал ей не заходить. Я а говорил... Посмотри, откуда на того, кто восьми будет. Ёбаный в рот. Во тьме что будет? Во тьме водить будут на третьей фазе. Вот ну, так. Там, не знаю. Вот тогда третья фаза, что. Ну, Рарник вроде может водить, нахуй, но он тоже падал, блядь. Если по обоюдному согласию секс сухая, значит иди нахуй. Пон. Понятно. Пиздец, буря, блядь. Пиздец, сухая. Закрой чат, нахуй. Убери эту кнопку, убери вообще эту кнопку с панели, блядь. Блядь, кринж. Какую кнопку? Просто возьми так рукой и по клаве, ебани. Все, все, тихо. Да в гильдии, блядь. Давайте, принимаем готовность. Зайдите за линию. Нажимайте, да, блядь, давайте раздуплим этого босса. Даю отчет. Без смазки. Желание. Не, ну я поспорил, конечно. Сухая, значит, плюнь. Все, блядь. Так, убьем нас. А что с метками, кто будет снимать? Тихо, не лейте сильно громко. Я охренел, не слышу. Метеор. Бежали. Нахуй вы слушаете? Он наносит метеорит вообще-то. Ок. ЖК игра затупила, я не могу скиллы прожимать. Кто? Волгрим. Кто? Волгрим. Волгрим маг. Давай, блядь, работай, просто бегай нахуй. Понял, да? Опа. Ничего-ничего, бывает и такое, добьют. Раздупляй игру там, в угре.
Жаль. Так, притормозите, чутка сейчас големов убьем, потом переводить. Так, мелкие. 1% на боссе босса не трогайте. Мелких только залейте и большого. Так, все, переводим. Переводите. Скажешь, как заходите? Заходите. Я хуй знает, так и поставил, бля, вообще не знаю, нахуй. Следующий, наверное, крутите. Следующий, да, можете. Готовимся, скоро лезвие будет. Двигаемся потихоньку. Угу, идет. Немного, ладно, пойдет. Потом мы сейчас сбьем. Не знаю, что у нас там по ДПСу. Смотри, сейчас с лезвием будет. Не сдохни там. Нормально. Сдохни там, брателла, блядь. Лезвие, смотри, близко. Хуярим, переводим как есть, короче, нехуй мозга ебать. 1%, готовьтесь. Там метка будет. Ну ничего страшного, будет и будет. Портал сразу быстренько выходим. Быстренько оттыкнули, пока метки не было. Все, кирсори выноси, нормально, повезло. Подъебало, не неси, блядь, алло, нахуй, тебя сдует сейчас. Угу, пойдет. Тьма, пристопнули. Метеор. Свет, работаем. Давай, говори там. Тьма, стопанули, свет сделайте 50 на боссе. Мордаунт умер. Я не знаю, как я сдох. Я его подымаю. Вадикон подымает. Я узнаю, нахуй, как ты сдох, нахуй. Давайте два хила работаем. Ты там... Ладно, это... после следующих зайду тогда. Да. После следующих лезвий. Не сдохните, кто там... Вы диспейлите, сука? Вы что, нахуй? Блять, дауны, нахуй. Это пиздец. Призн, вставалку юзай. Лезвие подошли? Крэш, играем. Мардаун, заходи. Быстрее. Призн, все, призн. Метеор, давай. Перебежали. Улгрим, ты какого хуя? Ладно, Улгрим, похуй, он там лагает. Все, играем. Смотри, не сдохни. Эй, я вынесу. Лезвие, секунду, готовимся. Так, свет по боссу дайте до 50. Ты резал кого-то, да, Вадикон? Да, Мардаунта. Метеор. Ничего. Так, давайте играем. Все, блядь, делайте все одно и то же. Не проебланьте. Все хорошо, идем пока. Бидон. Ну лезвие скоро будет, Вархель, вернись в рейд. А чё, куда побежали? Свет больше по боссу 70 дайте, тьма тормозните. На автоатаке только останьтесь пока. Свет по боссу много дайте, быстренько. Сейчас метеорит у нас, еще трэш, надо переходить сейчас. Ну переходите по боссу, просто сдайте. Переходи. Трэш еще 10 секунд подождет. По боссу 10 секунд подамажьте сейчас. Левее неси, кто там метку во тьме выносит. В рейд возвращайся. До края, сука, доносите, блядь. Святую сдохнут из-за вас, из-за такой выноса такого, блядь. И вашу хильте? 50, все, все играем нормально. Тьма играем. А кто-то мана. Бидону инвер дайте, у нас нету здесь, да? Я давал ему уже. Метеор.
зыбки у тебя еще? Не, не зыбки нет пока. Ну, секунд 40. Давай, по ходу лезвия двигайтесь. Опа, я выбок хоть залил, что я охуел хью. Провала я. Значит, далеко притянул. Ну там в свету не падайте, не сыпьтесь нахуй, слышите? Играйте, блин, нормально. Хорошо, шеф. Большого, большого. Мальхиль, давай сейчас. А чё, Геру может? Да, давайте и там Геру. 70, кстати, в свету. Метеор. Перебегите метеор и по боссу больше дайте. Тьма на автоатаке, постойте немножко. Дамажу босса, шеф. На 70 мало дамага будет. Сейчас надо. Надо голема напулить большого. Диспаль быстрее. Диспальнул. Ваша там заберет. Не бейте голема, не сорвите. Full DD босса. А боссу играть? Босса, да, только хуя. Босса играйте и все. Трэш забейте. Похуй на трэш, не шотнет никого. Ну молодцы, что хочу сказать. Я же говорил полчаса. Это с первого раза. День удачи. Ебать! О, три кольца. Ебать, лут говна. Раздавай просто так. Лут говна. Делаем скрин. Лут хуйни просто. И на форум. Лут говна. Натуре, а можно как-то на форум написать? Что это за форум? Оп, оп. Бля. Я возьму одну в дар. Я тоже в дар отмываю. Нам типа помать под раза закрыли. В дар, бля, вы ебанулись там или чё, бля? В дар, бля. А сколько оно ГП стоит? 300. Это 284-й шмот. Давай за половину, просто все. Пускай в нем останется. Давай за сотку, типа. Да, пускай в нем останется. Да, ну нахуй, блядь, ну не нужно им. Да. Меркость чисто добить. Сейчас посмотрим, кому нужно. Сколько стоит. Я бы взял, короче. 300. Ты куда сейчас? За 300 дохуя такое. Доа. Ну, доп не позвучит хорошо. Да. Это, вы не расслабляйтесь. Можно вторую резку. Вы не расслабляйтесь. За 150. Это, слышите, вы не расслабляйтесь. Какая бычка, нахуй? Есть ОКО, ЗС, есть робот. Можно пойти туда сходить. Робот, ого. Го робота на турец. Если только маг поставить под... Бля, только можно пойти пожрать? Я нахуй сейчас сдохну. Ну, давай. Ну, тебя суманем. У тебя суманем, если... Так, смотри, кольцо нужно. Бурибай, Кирсори и Ностресс. Ну, вот три кольца. Че, забираете, да? Если по 300, то пусть берут. Можно его оставить там, блядь. Не, это топовое кольцо, блин, че угораете? Не, кольцо хорошее. Статов духу. Я напомню, на корабли 25 тоже. И топора. Так, сейчас я косарь ИП дам. Удивительно, да, что косарь ИП за такую хуйню. А, у тебя что, косарь за него стоит? Ну что-то у нас сегодня да. Без везет. Вроде косарь, сейчас я гляну. Схлеон. Да, да, косарь. Вокальтив, да? Ой, прикольно. Ну ты что, вам три одинаковых кольца, что ли, выпало? Да. Там можешь, наверное, перекинуть, пожалуйста? Да, да. Спасибо. Давай, по 100 палочку всем. Так, половину тебе на поле оставим. Че, куда? В око, да? Ну это. Ой, блять. Пошли чем-нибудь ебать. В Зессе вроде уже нехуй нам делать, да? Ну да. В Зессе каратрес есть, можно его почекать. Ну там, блять, мы сейчас трэш будем в Зессе. Так у нас сейчас людей не хватает же, по идее. Ну я не знаю, хотите, давайте резкую обычку ебанем тогда.